Был нормальный, ничем не примечательный день. Я немного полежала на кровати и, как обычно, пошла проверять тренды на Ютубе. Если ты когда-нибудь будешь чувствовать себя нелюбимым, просто помни, что оба родителя Фуфелшмерца не пришли на его рождение. О, ну, об этом в другой раз. Давненько не было у меня роликов подобной тематики. Около 2 лет, наверное. Ну, может быть, меньше. Мне на самом деле впадлу проверять, но вы посмотрите и там сами узнаете. Всем привет, ребята, с вами Боди. И кто сегодня со мной? Я. И чтоб ты знал, я самый хуёвый человек на этом канале. Посмотрим, сможет ли этот чел удержать свое лидерство и на моем канале. И сегодня мы будем играть в игру «Вдуть или пнуть». Пнуть или вдуть? Вдуть или пнуть, да. У меня, наверное, каждый раз только от этого челленджа какая-то непонятная агрессия, и зубы скрипят каждый раз, когда я вижу его на Ютубе. Это просто невозможно, невероятно. Невероятно отвратительный челлендж. Ну, типа, вдуть? Юрий, вдуть. Или пнуть? Юрий, пнуть. Юрий будет... Дуть, пнуть? Будет Юрий. Как эта идея приходит блогерам вообще? Я не знаю, типа, так-так-так, а не записать ли мне сегодня ролик, где основным посылом будет сексуальная объективация? Класс. Никому в интернете не интересно, кого бы вы трахнули. Релакс. Короче, либо он трахнет, либо он его выгонит из дома. Ну вы да, решаете, ну да? Вы понимаете, о чем мы имеем в виду, да. Спасибо, ребят, что пояснили, а то по названию нихуя непонятно, о чем будет видос. Ну, кстати говоря, серьезно непонятно тут, блядь. 2 названия. Дуть или пнуть? Кейт... Кейт Клэп и Марьян Ро. Да, кому бы ты вдул, кого бы пнул? Нет, я бы, кстати, Марьяну. Ты бы вдул бы Марьяне, да, но Катю бы пнул бы. Да, она красивая, а пнул бы я Катя. Ну знаешь, вот Катя как бы богатая. Вот не, а давай мы судим, кому бы ты вдул на раз. А вот здесь, после каждой фразы, у меня было желание ставить на паузу и киношно удивляться, как они добавляют на лету критерии разные, типа красивая или некрасивая, как будто бы они обе некрасивые. Богатая или небогатая, как будто бы они обе небогатые. И типа на один раз или не на один, как будто бы кто-то из них бы им вообще дал хоть раз. Типа не навсегда же ты будешь с ней? Блин, ну на постоянной основе ебать баб... Ой, Катю Клэп было бы занятно, если честно. Надеюсь, что после этого видео шансы найти у них женщину на постоянной основе критически снизились. Ну ладно, если бы честно, да, наверное, Марьяну бы я выебал. Ну она... Я бы ее трахал каждый день. А, господи. Что с ними не так? Почему это видео так сложно смотреть? Где мои антикринж-очки, срочно? Найс, найс. Честно, хотелось бы. Она такая потом записывает, ты помоги мне. Очки не помогают. Уходим, уходим, ретируемся. Я устал! Он ебёт меня каждый ёбаный день. Ужас. Жарахов и Ивангай. Нет, я бы выбрал Ивангая. А вот знаешь, а, он сейчас, кстати, получше стал, чем раньше. Да, я бы тоже за Ивангая. Ты Ивангая бы пнул? Ну, от Жарахова я бы пнул просто, карлик-то. Ты бы прям с ноги бы выебал. Я как-то не знаю. Сергей Дружко и Николай Соболев. Ой. Николай Соболев по-любому. Ну и мне кажется, что... Да ты гонишь, ты бы лысого... Просто Соболев, честно, в постели бы, наверное, дрочил бы сам себе. Абсолютная мерзость. За что? За что? Поактивнее был. Не, он бы знает, как типа. Ты ему предлагаешь, он такой. Я подумаю. Не-не-не, типа, ты кончаешь его, а тебе че так много? Необъяснимо, но факт. Каждый раз мне в голову приходят тупые идеи в видосах, и каждый раз я такая, а нет. Физически больно. Бля, я не знаю, чем бы еще попадать. Мари Сен и Свасти Джи. Да, Мари Сен, ты знаешь, помнишь, да? Не, ну, кстати, у нее фигура получше будет даже. Видно, понятно, и худее будет, кстати, Мари Сен, если уж отталкиваться от фигуры. Заметьте смешную тенденцию. Как только они возвращаются к объективации именно женщин, так тут же они добавляют какие-то новые тупые критерии. Например, тут у кого фигура лучше? Юрий Вдудь и Обломов. Не, ну знаешь, если с Обломом быть, то он слишком... Ну, ты, короче, будешь всегда приедет, и всегда готовить будет. У меня в голове примерно 7 мерзотных шуток возникло после этой фразы, и я ни одну не хочу озвучивать. А Юрий Вдудь, он всегда будет спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Нет, сколько у тебя сантиметров? Сатир, подвинься, у нас тут новый король пародий. Лиска и Милена Чурова.
О, кстати, тут я поясню, что, что бы они сейчас ни сказали, у них нет правильного ответа. Не, Чижова. Милена Чижова лучше. Запомним Милену Чижову. Милену Чижову, как героя нашего времени, который защитил меня и мою честь в очередной раз от этих блогеров, больше похожих на восьмиклассников из моей школы. Саша Кэт и Катя Адушкина. Катя Адушкина. Адушкина, да. Сразу хором. Да, потому что она объективно лучше, она моложе. Алло. Майор, срочно походим, возможно, криминал. Кстати, но с учетом этого у Адушкина сейчас парень, поэтому я бы выбрал Сашу, к этому не нет парня сейчас. А по этому критерию можно вообще половину ваших претендентов отсекать. Ну что за два сверхчеловека, они даже челлендж не могут корректно записать. О! А такие сейчас Кадушки, да, или Кэт будут смотреть это видео и такие, типа, ебать вы охуевшие, суки, я бы ни тому, ни другому не дала. Ну а, к сожалению, в лотерее жизни вы сегодня проиграли, и по вашу душу приперлась я. Таня Волкова, Анастасия и Таня Волкова. Таня Волкова. Покажи Волкову. Не, Волкова прикольная. Дисней Вангая. Вроде помню, да, видел. Yeah. Можно даже на сисечки. Ой, блин, она красивая. Ну такая, если. Блин, она соска. Да. Она очень красивая. Я бы Таню Волкову, кстати, вдул. Вдул ей бы. Я тоже, потому что Анастасия страшная. Да. Чё? Да серьезно. Ну вот этой вот. Не, это и вдул бы, Анастасия страшная. В чем их, бля, проблема? Почему? За что? Анастасия, которая с Брайан Мапсом снимала видос недавно. Так, подожди, а ну-ка. Она, кстати, рассталась с этим, ты знаешь, да? Она с парнем рассталась. Может, я путаю Анастасию? Да ты чё, ну блин, посмотри по сравнению с Волковой. Ты прикалываешься? Я пытаюсь сейчас выжить на мысли, что в жизни они не такие мерзотные. Вы, если что, не подумайте, мы, если что, прикалываемся. Конечно, нам все девочки понравились же, да? В общем, ребята, да. Извините, играй на камеру. Даже в моем селе люди себя так не вели. Это, если что, шутка, правда. То есть вы должны понимать, то, что это все образ. И только в момент, когда я начала думать, что, может быть, все не так плохо. И на самом деле нам все девушки как бы нравятся. Просто понимаете, на самом деле мы пидоры, и как бы нам не могут объективно... Ну, типа, мы поймите сами, да, так что все нормально. Антикринж очки. И самое главное, напишите в комментариях, как вам этот выпуск, потому что дальше, если вам понравилась эта рубрика, то мы продолжим с Дани снимать вдуть или пнуть, конечно же. Stop it. Get some help. Я пытаюсь вспомнить, когда последний раз в моей жизни мне было физически больно, настолько физически больно снимать видеоролик. А пока я пытаюсь понять, ставьте лайки или не ставьте, бля. Главное, челленджи такие не снимайте, окей? Ни у кого привкуса мерзотного во рту нет такого больше, как у меня, нет? После вкуса челленджа. Ой. Блядь. Живу ради таких моментов.